Ты забыл добавить глупые свиньи. Ну, с таким хантом не дело, здесь нечего делать, он потому что ничего не понимает, что происходит. Ему нужно прочитать все это в интернете и потом только сюда идти. Да и читать не обязательно. Че говоришь? Ну, вот, я как бы тактики не знал. Один раз ходил. Читать-то не обязательно, можно просто видосы посмотреть. Видишь, люди разные. Есть кто хоть видосики, хоть, блядь, прочитает и будут так же тупить. Он не скажет никогда, что я вот тупой там, блядь. Он же так не скажет. А со стороны так и выглядит. Виби, ты тут? Ты про чё чулан говоришь? Про циркуль или здесь? Про лича, лича. Какой серв? Про свой первый раз на личе 10N. А в каком серве? Циркуль или где? Только на циркуле. Когда я там что-то 5 и 7 был или что-то типа того, хулипало. Ну вот мы 7 часов долбили этого козла, ну, убили в конце. Но за 7 часов я выучил все, что можно было выучить вообще на этом боссе. Ну так, видишь, все сумон есть. Блять, я чарку не купил, ёптаный. На бошку. Сейчас с мастером, я думаю, должно быть понадежнее. Шарпистум, блядь, ты только не въебись нигде там, ни в луже, ни от чумы не сдохни. Сейчас, в принципе, постараюсь. В 3 хила будет понадежнее. Никогда не любил 3 хила, это говно хилить, ну, блядь. Ну, а тут выхода нет, понимаешь, они не затащат. Вдвоем не затащат. Как бы кто там ни говорил, но я не видел здесь ни разу. Вот сколько я его убиваю, 10 оп. Сколько его? 3-4 раза убил. Ни разу я не убивал его в 2 хила. Это нужны хилы, ну пиздец. Маша хилила тогда и, по-моему, Лачдан. Вот мы убивали. Ну, Маша тогда, бедняжка, потянула. Или... Да, Маша была и Лачдан. 2 хила тоже выхилить. Не знаю, я когда с Лачданом ходить начал, он малой волной исцеления. Ааа, блять, сейчас еще раз у меня... Ну там была Маша, я же... Шептайте, что не так? У меня усилки в стамину, блять. Да забей хуй на эту хуйню. Нет, не забей, я по мане саду в ноль, мне надо усилки винту. Ебать, ну пиздец. А когда ты по манам их перекидываешь, мастер? Зломана, наверное. Я думал, ну я тогда должен был зломан идти, блять. Не, я имею в виду, куда шаманы рестера кидают усилки? Ну я своим шаманом кидаю винту, пока мана садится. А потом уже в нормальном шмоте могу ее восстановить. Бля, а, не СПД много просто не дает. Не в СПД, а в инту, да? Да, пока. Ну что. Да, я так же сам, а шаманом в инту кидаю. Там плюс СПД и плюс интеллект. А если в дух кинуть, манна реген? Нет, меньше будет смысла. У шамана МП5, у него дух не работает. Работает, но маленько в случае. Принимай смон там. О, хорош. Сразу Тёма, тебе через сколько идти? А чё? Время просто смотрю. Ну, я смогу закрыть нахуй, мне еще шрукт выставлять. Часов 8 пойду, ёпта. Запустил, точнее. Не, ну в дух можно, по идее, чисто теоретически, но это такое дело. Ну, у нас ОУЕ мало, так что я буду мобов забирать, хули делать. Мне как раз там должно убиться, ёпта. А миликов-то у нас сколько? Вообще нисколько. На один, ёпта. Так, сука, не люблю, когда мне шмот не зачарен, нахуй, пистан. Если бы я был в ретике, они бы умерли, нахуй. Я могу ауешить, но я... Да нахуй, нет, бей в лича, потому что смысл это... Рыба была, да? А, я пожрал, нормально. Как ласку покину. Надеюсь, мой глазомер меня не подводит. Если что, лич от тебя справа. Чё, кто здесь? Решайте, кто диспелит. Чё? Я подиспелю сам. О, обратно. Не то сделал, сорян.
Так. Брат. Так пусть будет, блядь. Болса. Блять, надо было вами командовать. Надо было Геру с Пуралом масть. Так я давал Геру? Давал, давал. Я не увидел. Хорош тогда. ДНМ. Обратно. Блять, нечего хилить, пиздос. Сейчас жнец начнется, ты в курсе, да? Жнец, попадись. Алиса, на Виби Сальву. Далеко с этим не отбегай, Вулбарака. На мне дух. Забери его. Угу. Второго духа, цепля. Ты с меня духа только не забирай. Не-не-не, я не забираю. Каплю мне просто дашь. Я там берса по прям цели. Давай, давайте перебегаем, не забываем. Забрать лучше? Нет. Ой, блядь, чё не то сделал. Ёбаный рот. Ой, ебать, я валенок нахуй. Ну мой косяк, сорян. Что ты сделал? Боб кинул? Да, я Боб кинул. Сука, не то. Камень, камень, давай сразу камень надо было. Да, блядь, реально. Мужики, сорян, ну, блядь. Ясно, пойду посру. Не, нихуя. Так, блядь, у меня горшочек не на ту стояла. Горшочек с собой бери на РТ, ёбаный в рот. Да, срач. У меня не на ту кнопку стояла, сорян. Я ж тебе каплю хотел дать. Дима, давай, чё там? Огровище. Ну ладно, блядь, чё, иди... Палка раз в год стреляет, на. Понабирает вот этих пухов, да. Рейд. Да вообще, блядь. Вагон, вагонище, блядь. Чё, Вой, ты уже делаешь макрос, да? Какой? На отмену? Снятие, да. Не, сорян, реально. Да ну. Взял ты мидвей. Да я решил с вас поропить. Да только первый по ДПС ушёл, вот надо засрать всё, а? Да ничего, нормально. Сейчас я переставлю просто кнопочку. Ну я мой вообще третий, первый по килу. Третий по килу. А ты не можешь быть какой-то. Ты не можешь быть вторым, третьим тут. Можешь, смогу. Да тут холипал как бы, да. Которая не кидает желтую джагу. В смысле, блядь? Ну там. А чего у нее так мало хилит? Она 78 нахуй раскинула, так мало хилит, я что-то не понял. Нет, это не смысл. Они один раз ее кинула просто. Милишников мало, алё, блядь.
Вы чё? Сколько мосса взять, ёпта. Один. И в Зиби в этом, да. В демоне, да. Если кулун не заедет. Вот правосудие света я только получил 37 тысяч. И Медвей получил 9 тысяч. И кто там? Царь обезьян получил 5 тысяч, ну 6 тысяч. Она просто один раз его кинула, вот и все. Если что, не только да, конечно, один раз. Один раз. Ну а что у тебя 78 это мало? Да не знаю, я по КД кидаю ее. Да, блядь. Мастер уже второй рейд зачирает, потому что я ее не кидаю. То есть ты не кидаешь. Если, блядь, милишников мало, она и нихуя не хилит. Она и РДДшников тоже хилит. Нет. Зависит, да, хилит, вон, только что рекаунт удалил, на видео потом посмотришь. Только что в рекаунте смотрел. Чекали. Чекай, погнали. Чекаем, поехали. Че тянуть? Кота за яйца, да, бля. Гоните правосудие света, Алиса. Чат. Моса, ты кап собрал до РПБ? Да. Кап критаторис или арпа? РПБ, РПБ. Да, конечно. Круто тебе. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. А вот я анхолику ни хера не могу собрать. Не то, он сказал линкануть именно скилл. Да, я не могу прикалывать, такого нет. Алиса, открой книгу заклинаний. Найди правосудие света. Нажми Shift и нажми левой кнопкой мыши. Вред чат. Можешь так сделать? Хорош. Да, у меня трение на карте. Да будет так. Герои в атаку! Вот. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел. Не могу допустить, чтобы ты вечеришь и слушаешь света. Шо, Геру, не? Геру, Геру. Ну тут непонятное, блядь. Чулан, чулан. Прожмись, дай этот. Сука, в центре, блядь. Царь. Дайте баф по нему. На кого там ты сам-то говори, чё, если ты чё дать? Хуми. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, мальчик, блядь. Я вынес, видите. Нормально. Ты по привычке нахуй сразу, блядь. Но это все равно лучше, чем полтора часа на кораблях. Че с кораблями были? Я вчера с пугами ходил. Обратно. В десятке полтора часа на кораблях. Были все 250 плюс. Да и все сколько по тебе расслабляет? 250 плюс были. Даже до... Впервые в СЛК говорить, я ни разу не был. А у него там 268 там левел что ли. О, пасос. Забираешь. Да нормально, да уешить некому.
На диспел, вы не отвлекайтесь, я по диспелю. Не проблема. Скачайте, заебали. Чуван готовился, давай, Динок. 2 секунды. Забегаем внутрь, царь обезьян, гимномана. Чё, что ты так пугаешь-то? О, меня понесло. Дал стан. Уже разбежали стены. Сквернение 5 секунд. Байда прохил. На царе обезьян. Под босса. Сейчас помогу. Отлично. Синий джогер кто-то на босса кидает, синий джогер? Я кидаю. Валькирия, за спину. Осквернение 5 секунд, выбежали. Выбежали. На мастершаме. Мастершам отошли. По Валькирии. Ёбаный по голове. Да, я чё делаю? Дал прожимку на всякий случай. Не надо, Войд, не надо. Там нормально все, если чё, это похуярит. Сейчас в центре лучше будет. Походи. С центра уйдите, ебаный ШП. С центра ушли, осквернение 5 секунд. Рейнджу наберите. Я как танк вышел, чтобы там тоже не налить. НМ. Да нормально, если что, перехвачу. Похуй. Валькирия под босса. По Вальке играем. Далеко? Сорян. Стан. Дал стан. Блять, блядь, не давай раньше. Сейчас готовься давать гимноману. Давай, я скажу как. А, осквернение. 3 секунды, Ренджу набрали. Делите центр. На шарпе стулю. Отошли. Центр. Стулись за центр. Шарпестул гимноману. Сейчас я встану и дам. Дал гимн. Не вовремя. А, у нас еще один друид есть, нормально. Фу, мана, да. Тебя пропадет сейчас. А, готовимся, Валькирия. Дал стан, осквернение 5 секунд, вышли. Вышли, на пути в Валькирии не идем, блядь. На ком, на вибе. Играем по Валькирии, быстрее. Байда прохил. Стан дал. Дал второй стан. Сквернение 5 секунд. Ранжу набрали. На мастершаме. Валькирия. Блять, станов нет. Идет по сквернению. ДДР забьют, нормально. Да, вот. За него как раз вылезешь, да выпрыгнешь? Не бейте отойди, пока, пусть пролетит. Отойди давай. Отойди, ничего не вырастет там, блядь. Кто там? Осквернение 5 секунд, кольцо набрали. Вышел. Секунда. На мосе. Чулана просил, блядь. Хилю. Мосу прохилили, Валькирия. Последняя валька. Да все равно по ней играть надо, нахуй. Конечно. По вальке играем. Вернее, не 5 секунд.
На пути Валькирии не стоим. На мосе. Все, добивайте, идем в эту сторону. Валькирию добейте. Убиваем босса. По боссу играем. На край подошли. Быстрее. Ох, сам подержу. Прожимки нету. Гимн ХП могу дать. Надо. Не надо. Давай, чё вам надо? Ты какой красавчик вышел, блядь. Чё ладно, забери. Тут два духа, так что. Забери, я ману мастеру дам. Давай, давай. Да, выдно. Черпистолу лучше. Не надо, у меня есть это. Вы поняли? Ищи ходить мы. Меча тут ждем. Бегаем туда сюда. Стоим тут. Стои, стойте. За спину, босс. Жвата. На мне жатва. Прохил мастер Шама. Мастер Шама прохил. Отлично, духи. Побежали. Сразу не вставайте только, а то аспирит. Чё-то пока духи были, нам было бежать. Хильте, холи пал, ёбаный холи приз. Хильте на фу. Отвернение, 2 секунды. Не подбегаем пока что. Не будет, что ли, блядь? Будет. За спину лича, блядь. Что-то медленно летят, да? Да пиздец. Побежали. Отклонение на хумбе. Отошли! За спину побегаем. За спину побегаем. Можно розыгрывать. 5 секунд. Сдох. Как тоже. Нахуй, я захилил, блядь. Тихо. Хильте. Чулан поднимаю. Давай. А, встал, все нормально. Давай. Я под пружинкой, дай кап. Мусор захилил. Каплю дал уже. Вернение. Все, духи пошли, лужи разбежались. Вернение, побежали. Я не понял, как я сдох. Вернение на мастер Шами отошли. Гимн на ману. Все, давай. Ну, когда? А, ты ретаунти сейчас будешь, смотри за моим хп. Забери, убьет меня нахуй. Все нормально. Сейчас заберем. Я закрою духов, ШП, отойдите. Блять, ни хрена не закрою. Или когда? Да, давай. Да, давай, конечно. Ходи, закрыл он духов. Да они медленные пизды. Они летят. Разбежались, лужи разбежались, захил бухтан. Сначала после этого, после духов. Побежали. Побежали, че стоим? Чё ты сам-то перебегай на хумбе, отошли от неё. Мосса ДПС теряет. Надо было пока кастуется, нахуй. Перебегать сразу. А смысл ДПС и агро терять мне? Жатва, 5 секунд. За спину забегайте уже. Духи летят. Жатва, Виби, прохил Виби. А чё их такие медленные сделали, вообще жесть. 25-ка не так же? Нет, да, не быстрее идут. Осквернение прослакали. Осквернение против после духов, не забываем. Так, я без маны. Осквернение готовит. Гимн дал гимн. А, тут не сразу два зрения зашло, блядь. Давайте за спину сразу же. Может, все 3% добивайте, хули. А сундук не открывайте. Лут не открывайте. Да, сундук не трогайте. Я не понял, как я, сука, сдох, блядь.
Я моба захилил на фауна. Косты сбивал. Да, но у него оставалось где-то 80 кп, надо было еще подамаживать его там мало. Наконец-то свой дом лича в десятку бил, заеби. Так ты смотри, какие игроки тут играют. Те, которые все знают. Кто там пару нубов есть. Так тут нормально, просто три друида, блядь. Блять, за сверление, секунд. Да просто вы... Я не понимаю, чем вы думаете. У вас, походу, вы смотрите на циферку 1 на своей панели и все. Мост, заходи. На двойку, чё? На единичку. Просто понимаете, что я вот выхожу с центра танком не просто так, что мне так нравится, а потому что если на меня кинется лужа, она будет в центре, вот рядом с глыбой, вот рядом с этой звездой, а лужа так в центре. Так что, ну ты просто переживаешь слишком сильно. Подождите, мне Тёма, заходи, мне же надо сейчас встать, а потом... Да ладно, блядь, я вылетел, заебись! Заходи ещё, заходи просто и всё. Тут пока что он говорит что-то. Да, комбат в инсте, да, как сразу, я зайду, да, блядь? Сразу. Я сдох. Нет, твой. Комбат. Ты альянсу, блядь, заеби. Дало, блядь, 10 раз. Заебись, блядь. Просто нахуй, блядь. Просто это все ты виноват, блядь. 2% не перехилил мастер Шама, я ебал. И челик, он тебя чуть-чуть еще перехилил бы. Что-то я в комнате был, блядь. Ну так это не важно. Так, стоим, не идем к этому к сундуку. Да, ждем. Ну, заходи. Я не знаю, какой у тебя хп, у меня другой хп. Идем в сундук. Царь, а у тебя был убит лич? Не был, блядь! Лох. Да пизду нахуй, это ебаный, блядь, сирус. Ой, я... Скользили, блядь, тебя нахуй, заебись! Да не очкуй ты, на следующий день. А там Зулджину не надо убивать, правда, чтобы здесь... Надо. Зулджины... А, блядь, что-то забыл. Сходил, блядь, в 10 гер, охуенно, блядь. Мастер, ну если мы 10 гер пойдем сейчас, то тебе придется искать своего релять эту хуйню. Не, я не пойду. Блядь. Вот тогда, кто там желающий 10 гер есть? Есть такие, третья ката... Четвертая ката Зулджин. Нету таких, блядь, нихуя. Че, сундук открывать, нет? Нет, шкафчик пока ставь. Шкаф поставь, виби, шкафчик. Да Моца тут же должен был быть. Разве? Меня нету, блядь, я уничтожил. В грозовой гряде вообще что тут? Шкафчик поставь, виби. Виби, поставь шкаф. Нет камней. Хорош. Молодчик. А куда ты камни дел? Что, высыпать? А если отозвать Пэта? Нихуя? Вроде да, кстати, должен восстановить. Ну-ка, отпусти его. Хорош, нихуя ты, голова. Саня, ни Пэта не будет, ни камней, блядь. Давай, юзычка. О, Талик на черный обмен. Ни камней, ни Пэта. Короче, что делаем? Ну, ждем. Я лечу, подождите, блядь. Ну, давай. Я рядом. Моса, а ты тоже вылетел, что ли, или что? Лок без камней, тоже нормально. Нет, он нет. У него 20 камней было в начале боя. Как так-то, блядь, ну почему именно, блядь, вот лича убиваю и, блядь, меня вот... Слышишь, ты там успокойся, а то второй раз в больницу уедешь. Да в смысле? Я, блядь, специально пришел сегодня пораньше, чтобы... А, все, он тут. И пойти в десятку, блядь. Стой, не тут он. Да вот он бегает, алло. Не надо. Нет, вылетел. Кого? Фонжи нету. Бля. Где шкаф? Да ну нафиг. Шкаф выпал из кармана. Подлетай уже, подождите. Давай на дуэль вызовем его. Вот давай вот этого дурака бей, короче, вызывай у него. Вот череп поставил, давай, вытягивай душу. Чё не получается? Отдай мне испепелитель, чмо. Отдай мне мою ачиву, чмо. Не, ну, блядь, ну как так вообще пошли, может быть? Пошли к Боулеру, наверное. Серьезно, блядь, ну как... Веселиться. Ну... Ой, блядь, ебать, у меня жопа горит, нахуй, вызывай. Да забей. В смысле забей, блядь? В смысле, я хотел, блядь, мне оффхенд нужен, блядь, с этой, нахуй, дуры. Тут олени стоят, ёбаный в рот, как хорошо. Вот, меня тоже ёбнут. Да пиздец, я просто не понимаю, блядь, сука. Они ж тебя не будут бить, просто пробеги и все.
А, так ты на форум нахуй закинь скрин, ёбаный. Там же видео есть. А, ну, в принципе, это похуй. Тебе сказать, твои проблемы, у тебя нет, вылетел. Чё, ты пробежал? У меня нет, вылетел, у меня дискануло просто. Они только стоят контроль, это они не убивают, а стоят контроль. А модер сел какой-нибудь и ждал, пока мы лича добьём, чтобы тебе кикнуть сервера. Сейчас сделаем так, по-другому. Лопасос, ПВП-спек у тебя с собой? Хочешь разъебать этих пидоров? Да, я сейчас их разъебу, стой тут. Сейчас такой выходит, одну секунду, двое трупных. Войт, скинешь ли потом вот это отрезок, блядь, с этого вот, нахуй? Смотри, тебе я нужен зашел, отрезок. Блядь. Открываешь зашел? Канал на ютубе, ищешь видео, вырезаешь. А, все, зашел. Я хуй знает, как его вырезать, блядь. Бандикан. Все, они зашли, возвращайтесь назад. Или просто тайм-коды указать. Ну да, тайм-код можно на. Бандиками может бежать, только снимает, да? Они там откроют видео и там будет... Слышите, Войт, если не будет Гера, давай погнали в десят. Там, кто стой. У тебя остался? Этого. Давай в Кару. Кару-Кер. А Кару-Кер, Войт не шарит. Я не обещаю Дим еще десятки, шарит. Это надо, чтобы кто-то... Ну пошли в ЗС нахуй на фарм обороны. Все, все, в кару идем, договорились. Не, в крепость бурь, потому что там трэша больше. Ну как в крепости бурь сложнее трэш намного, чем в ЗС. Моса, пацану лучше лутай. Сундук лутай, Моса. Пусть Моса лутанет. Нихуя. А, не, ну лутанет. Ой, говнище. А блин, а почему, типа, у меня одноручное красное написано? А, Войт, блядь, ну подожди. А тебе нельзя. Получила двуручку, наверное, у Таурена. Какую двуручку? Граф. Ты не можешь дробяшку носить, да? Она не прошла. Ты можешь носить дробяшку, тебе надо ее изучить просто. Кто может? Чего? Тебе надо изучить дробящее оружие, чтобы его таскать. Блядь. Тауреном портанись, проучи, и тогда сможешь таскать. А кто хочет таскать? Паладин. Какой паладин? Смотрите, а просто есть? Паладин, ебыть. Портал, просто хуяк, смотри, смотри. Хоп-хоп-хоп-хопа. Урод.